Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Зайдем быстренько с тобой на арену и заберем нашу награду. Так, Мариана, Флорин, Даня, Солида. Вот такие вот у нас друзья. Так, башня Роща, 15 карточек плюс. Когтистый, трансформатор, ядерный робот, 5316 монет. Сегодня, ребята, будет посвящено чисто арене. Будем проходить арену. Так что, поехали. Поиск противника. Поиск противника, ну... Ты сам понимаешь, что здесь будет все на изи. Потому что противник пока слабенький, поэтому мы его можем спокойненько с тобой деребанить, как только захотим. А захотим мы деребанить очень жестоко, согласись. Пошел, самурай. Голем нам не в указ. Мне нравится, как он выглядит, голем. Огромные кулаки... Маленькая голова. Оу, и кричащая банши. На тебе. На-ка, получи. Ну, тут, ребят, конечно, тут можно не вызывать. О, вот здесь вот. Хе-хе. Пич. Все. Мы с тобой победили. Кто-то говорил, Рэй, умножай деньги и тому подобное. Не, ребят, не хочу я умножать деньги. Потому что это рекламу потом, знаешь, как обычно, забываешь ее удалить, а потом мне пишите в комментариях: «Рэй, а зачем ты оставил рекламу?» Ну, потому что я нечаянно пропустил ее. У меня же нету таймингов, где эта реклама. Так, ну здесь, друзья мои, сами понимаете, баллиста. Баллиста у меня, она же прокачана, она же, по-моему, по полной программе у меня, да, насколько я помню. Сейчас мы глянем. Баллисточка, ты где у меня, радость? Да, друзья мои, даже сверх того мы почти 1000 карточек набрали. Вот такие вот пирожки. Так, тренировка в магазине. Ну, бесплатного, наверное, тут ничего нам не дадут. Сделки, сокровища. Блин, когда мы с тобой получим эпический сундук? Нет, мы можем открыть сейчас с тобой вот этот вот, сундук робота. Тут 230 карточек. Плюс робот эксклюзив. Ну, хочется 500, ребята. Я, правда, не знаю, сколько мы будем копить. 500. До опупения. Я тебе скажу, до опупения мы будем с тобой. 356 пока в данный момент у меня всего лишь кристаллов. Ну что, мы продолжаем с тобой арену. Конечно. Награда высшего уровня 15 друидок. Кстати, я тебе скажу, что друидка нам тоже нужна. Да-да-да, она у нас, не, по-моему, не прокачана все-таки. Ну, здесь даже думать не о чем. Даже думать не о чем, потому что... Еще до сих пор противник идет легкий. Кто-то мне говорил, что этого Укуня он видел на арене. Вот я и хочу посмотреть. А можно ли на арене выбивать карточки? Вот я что-то, честно говоря, не помню. Самурай, ты посмотри, какой. Такой самурай у меня. Просто на глушняк валим. Да на тебе. Квич. Отлично. Ну, сейчас такая халява закончится, поверь мне. Да что вы мне все подсовываете-то? Не хочу ничего у вас там покупать. Так, двигаемся дальше. В бой. Будем отыгрывать с тобой в начале этот отряд, да? О, уровень уже растет, уже 21-й. Погнали. Че, никто не идет? Идет, идет охламон. В голове большой шуруп. Этот еще тут мелкий. На тебе, крестьяшка. Замечательно. Ох, как он выглядит, ребят. Смотрите. Ну, батаранги. Слушай, по-моему, тут карточки не вылетают. Друзья мои, ну я не знаю, я не вижу, по крайней мере. Молниями он тут что такое уже не стал делать. Да, уже бедный запереживал, испугался. Ну, а мы продолжим. Ой, подожди, чуть не туда не нажал. Так, дальше кто у нас тут идет? Слушай, а куда я должен подняться? Я пока на первом месте, но это пока. Все изменится в любую секунду. Настенка у нас здесь. Настенка, ну что ж, поехали. Ну, явно это не Настя играет. Это может быть сын Насти. На мамином аккаунте. Такой тоже может быть. Хотя, может быть, и Настена играет. Фиг его знает. Так, ну что? Никто не выходит. О, вышел Палыч. Здорово, Пал Палыч.
Вон, идет самурай мой к тебе здороваться. Мерится мечами. Ты с копьем, а он с мечом. А, у тебя тоже, да? Ты вызвал тоже самурая. На. Смотри-ка. Этот стоит. Этот стоит еще сзади, хиляет. Нормально придумали. То есть самурай уже сдох, начинает бомбить, а этот хилит там. Ай, насмешил. Да-да, продолжаем, ребят, конечно же. Так, ну, 15 карточек друидок, это, конечно, хорошо было бы получить. Хорошо, но мало. Уже 28 уровень, кстати, у бойцов. 28 уровень. Замок, такой еще замок, я как вспомню, да? Вот так он начинал выглядеть на первых начальных этапах. Самураюшка, привет. Почему все так любят самурая? Ты смотри, все самураи ставят к себе в пати. Ну, понятно, что с моим-то самураем им не совладать. Опа, 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 здесь тыквоголовый. Ох ты. На, получи, клюкает он там. Сейчас один фаербол, наверное, и все, и крышка замку, да? Конечно же, ребят. Это пока мы с тобой сейчас доберемся до... Так, что это такое? До того уровня, который... Так, тут отряд уже отыграл, да? Энергии нет, вот этим попробуем. Ой, куда я жму-то? Конечно, арена, ребят, арена. В бой. Найден противник. Да ну. 18 уровня. Ты серьезно? Ну это... Ничтожно, ребят. Это ничтожно слабый противник. 18 уровень. Тут одной ниндзи будет достаточно разобраться со всеми. Даже с замком. А он даже не стал вызывать никого, потому что он понял, это бесполезно просто, потому что... Вот поэтому и не стал ничего вызывать. Погнали. Опять 18 уровень. Симпатичный космокрафт. Ну, ой, куда я нажал, ребят? Куда я нажал-то? Все нормально? Я в бой, да? Да. Фу, я уж подумал, что я опять это нажал. На сюжетку. На! Эйм. Нет, тут почему-то на арене, ребята, карточки не улетают. Как-то очень странно, но карточки нет. Но пока я не вижу здесь нового персонажа, который у нас появился в игре. Хотелось бы мне глянуть на него. Очень. Надеюсь, за сегодняшнюю арену, может быть, все-таки появится. Кстати, все помнят игру Guns Up? Я думаю, что многие помнят. Так вот, я вам скажу следующее, что она выходит на мобильные устройства. То есть, теперь она будет доступна на Android. Guns Up, если кто не знает, это RTC. Real-Time стратегия. Войнушка. С постройкой базы. С обороной, с атаками, с нападениями, с карточками. Воу-воу-воу, смотри, как он выглядит нелепо. Я и забыл, что он вот так вот выглядел. Так что ждем, когда она, ребята, будет доступна. По-моему, она уже даже доступна для скачивания. Или же просто пока еще предрелиз. Точно я не узнавал, но читал уже такие новости. Так, мы с тобой так, наверное, я не знаю, сколько будем продвигаться. Не знаю, друзья. Не по... На один уровень только лишь повысилось. Был 18-й, стал 19-й. Понимаешь, да? То есть, а мы с тобой отыграли уже, грубо говоря, два отряда. Посмотри, какой у меня голем. И какой у него голем. Есть разница? Такой нелепый. Бум. Все, там дамаг такой у низи, что мама не горюй. Давай следующего.
Так, награды за 25-е, за 21-е. Ну? Опять только лишь 20-й. Не знаю. Давай посмотрим. Наверное, одной ниди будет достаточно, да? Конечно. Оу, падает, друзья мои, падают карточки, оказывается. Ну, наверное, с таким большим редкостным, да, шансом, что проще об этом забыть. Блин, опять... Что? Что такое, я не понял. Нам, наверное, надо было даже, знаешь что? Брать какой-нибудь Эсмунда. Какой-нибудь слабенький отряд. И просто им играть. Ну ты посмотри, ну 19 цирлей, ну куда это? Ну что это такое, ребят? Если в следующем ходу будет такая же ерунда, я уже пойду тогда пройду немножко истории. Ну что это? Это как детский сад тут, ё-моё, всех разносишь. Вот так вот выглядел в свое время бородавочник. Просто даже неинтересно, понимаешь? Я просто все уничтожаю здесь, что мне попадается. Ну-ка. Это даже не видно. Кто там у тебя будет? Пошли, наверное, с тобой сюда. Тут малька повоюем, да? Мне кажется, тут будет намного интересней. Тут хотя бы противник твоего уровня, можно так сказать. Да, два отряда мы с тобой отыграли. Ну что, как думаешь, сможем мы справиться здесь? В принципе, как бы все задатки для этого есть. Ниндзя. Опа, опа, опачки. Куда, братуха? Куда ты собрался? Так, самураешка, да? Ну, сейчас самураешка. О-о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 . Вот это плохо. Ай-яй-яй. Ну, давай, иди сюда. Что, все, выкусил? Низя, ты сейчас довыпендриваешься, а? Сейчас довыпендриваешься тут, я не знаю, что с тобой сейчас сделаю. Палыч, держи строй. Ну, вот Низя, вот. Везунчик, просто везунчик, ребят. Ну, это ненадолго. Есть предел везению, согласись. Так, этот без истерики. Просто сдулся и все. А что это? Куда побежал-то, братух? Вернись, я все прощу. Да чтоб тебя-то, посмотри, а. Не дают, чтобы я бомбил по замку. Встали там и отбиваются. Так вот сделаем на всякий случай. Мало ли какая-то пакость вылезет. Ну. Да. Поднажали и разобрали. Замечательно. Так, ну что, тогда продолжаем. Раз уж так хорошо получается. Бог ветра нет. Тут уж извините. Я возьму свой имбовый отрядик. Ну, тишина. Пошел, родной. Шурши тапками. Иди отсюда. Родину никто не в указ. Наяривает парень. Без шелестения пошел. Так, так. Ну, естественно, естественно, плакать сразу начал. Ну? Ураганчик, да? Даже не понадобился. Даже не понадобился нам этот ураганчик.
Ну что же, забираем сундук Нефритовой империи. И не выпадает даже здесь. Даже здесь нам не выпадает. Даже из сундука. Так, ну что? Молотильщик плюс щитобот. Тогда мы такую же команду с тобой подбираем, да? Ну и будем состязаться. Да-да-да-да-да. Да-да-да, мои молотильщики там просто распилякивают всех налево и направо. Пошел, куда пошел, не знаю, ребят. А, говорит, плевал я на все, бросил щит и побежал. Выглядело это, по крайней мере, так. Тут у нас тени-толкай. Физкультурник вышел здесь, друзья. Робот-жук. Жук-тянучка. Я вот смотрю вот на эту лаву, мне знаешь, что вспоминаю сразу? Фильм «Терминатора». Ты спросишь, а почему именно «Терминатора»? Помнишь, когда он в лаву опускался на лебедке, на крану? Вот там тоже такие же чаны были. Да и этот, когда они бросили туда этого жидкого же, он же там же, да, расплавился. Точнее, не расплавился, как сказать, растворился. О, тянучка тут как тут, конечно, конечно, тянучка. Рубль штучка. Ну что там, твою ж дивизию? Упал. Упал вражеский молотильщик, не выдержал напасти. Ну, что там происходит? Я даже не вижу, что там в этой тюрьме. Ребят, смотрите, там просто суета какая-то. Ну все, тут прижучили. Есть. Нам с тобой только вон выпадает этот завод. Опытный тактик, понимаешь? Мы с тобой заработали опытный тактик, то есть не поспоришь. Коллекционер, собери 15 карточек. Сразись в боях. А я что делаю? Не в боях разве уступаю? Так, Джиггернаут. Опа, исследователь, видишь как? Кристаллы у нас зарабатываются. Ну ладно, давай посмотрим. Парень, иди погуляй, а. Вышел такой деловой. Так, нам нужен кто? Нам бы, блин, паладин бы не помешал бы, наверное, да? Нет, нам вот кто не помешает. Ну? Блин, всадник, ну что ты так тупишь-то? Короче, достал уже, а? Джиггернаут хорзь вернулся по... Иди, иди, куда ты там смотрел-то? Блин, почему мне на него карточка не падает, а? Мне нужно его прокачать. И ни шиша, карточек не дают. Очень редко выпадает, ребят. Прям беда какая-то. Прям беда бедовая. Хитро. Ну и все, и мы уже начинаем бомбить замок. Давайте, давайте, там остался чуткарик. Пробьем. Уже пробили, все. Классно, круто. Так, мы с тобой здесь забираем награды. Награда за квест получена. Приобретите что-нибудь в магазине. Загляните к другу. Загляните к другу на дружку. Подожди. А у нас тут уже все, закончилась энергия. Ё-моё. Ох-хо-хо-хо-хо. Расстояние, в принципе, нормальное. Я думаю, что будет успевать у меня выходить. Кто? Джаггер? Ну, есть еще фитовальщик здесь, так что, в принципе, ничего страшного здесь нету. Ну, видишь, выходит щитобот.
Но тут надо, ребят, дамажить, дамажить офигенно. И для этого нам нужен фехтовальщик, потому что этот будет захиливать, успевать. Еще и станет. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот это вот не надо, это уже перебор, друзья мои. Стоять бояться. Бедный мой молотичка. Ну вот, 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 видишь, что творит? Вот жук навозный. Да что там? Так. Ты гляди-ка, гляди, что творит. Слушай, тут, по-моему, ребята пахнет дело керосином. Надо срочно это все там... Вот так вот. Давай. Всех хилботов если уничтожить, тогда все будет хорошо. С хилботами вряд ли тут что-то сделаешь. Да блин, да что там? Сколько их там? Смотри, мы хиляем по барабану. Жнец, выходи. Что-то как-то напряжно там, смотри, что-то происходит. Замок поймали. О, дядя Жнец пришел, на тебе. Улыбнись. Да, со Жнецом, конечно, лучше не спорить. Пришел с такой косой в два раза больше, чем сам. Три взмаха и готово. Ага, последний поединок. Термин 9000. Да, еще тот жучара этот термин. Еще тот жучара. Поэтому я и беру такой отряд. По фулу и прокачке он мощный, а у меня он вообще слабый. На него карточки не упадают. Знаешь, почему не упадают? Потому что мы ему не даем шанса появиться. Поэтому у нас не прокачивается этот босс. Ну давай. Такой ты деловой, я прям не знаю. Дядя Родин, выйди, пожалуйста, а? И он вышел. Я имел в виду... Побеги! Вот лишнее. Эта железяка здесь лишняя, тебе не кажется? Так, прыгун, пожалуйста, разберись-ка с этим вот. Опять без шелеста. Не слышу шелеста. Ну и все. Не, ну за это время, если бы он захотел бы выйти, он бы вышел. Босс. Он просто не захотел, он просто, ой, думает, ну нафиг. Выходить туда еще там, заколбасят. И все, он просто тупо просидел себе в замке. Вот так вот, что у нас там? Ага, остается вот только лишь одна у нас с тобой. Долина нежити. Погнали. Блин, тут чумная мышь. Ай-яй-яй, а как мы тут будем с тобой? Джаггернаута я не успею. А как быть-то? Да ну, друзья. Хотя... Ну... Кто тут кого передамажит? Так, клетка. Давай эту мышь ловим. Ну и все, в принципе. Теперь все будет нормально. Теперь будет все оки-доки. Тут главное вот этот вот короткий промежуток расстояния, да, между замками. Чтобы вот как-то отвлечь. И дальше, понятное дело, баллиста будет стоять просто и поливать ливнем стрелы, и враг просто ничего не сможет сделать. Тем более там джаггернаут, которого попробую еще пробить. То есть как бы все топово. Но вот здесь вот похуже, потому что здесь привидение. Привидение будет наносить урон. Маленький, но он будет. Он отравляет. Видишь, он его сразу выпускает. Он знает, почем фунт лиха. Опачки, вышел голем. Блин, а я тут пока... А это пока весла сушу, да? Так, и не забывай опять же про чумную. Блин. Дело дрянь.
Видишь? Вот об этом-то, блин, вся речь идет. Да я эту поймаю всю там гадость, которая там стоит. Надоело уже, на самом деле. Феникс, феникс. Ну, видишь, баллиста. Баллиста очень получает много урона. Да, он даже... Хотя, в принципе, тут и этого достаточно. То есть, три пролетающих призрака через нашу баллисту. Баллиста умирает. Так что, блин, а тут еще не легче. Тут этот, еще служитель тьмы пришел. Вампирик фигов, ну ладно. Да-да, он вампирик, ребята. И вот сейчас, вот сейчас вот будет самое, блин, бесявое. Так, давай вот так вот сделаем. Он сейчас выйдет, будет его хилять. Ну, по крайней мере, раньше было так. Такая была схема у них. Вот за этим он, скорее всего, пойдет. Ну да, и причем такой отхил довольно серьезный делает. Так, пора клетку туда ставить. Что-то чересчур, я смотрю, там разбаловались они. Слишком много себе позволяют. Есть. Но ведь круто же, согласись, круто, конечно же. Так, у нас последняя энергия. Ну, мы с тобой получим все, что нам нужно. А вот здесь хорошо. Здесь, ну, как бы хорошо и плохо. Хорошо, что есть некро, которому баллиста хорошо берет ее. Но плохо то, что здесь есть привидение. Привидение, естественно, он сразу выпускает. И самое вот, что прикольно, ребята, ты этот призрак вызвал, да? И пока его не убьют, он будет тут летать, летать, летать. Поэтому здесь, я, наверное, рекомендую брать грифона. Брать грифона и брать баллисту. И вот так вот все это. Оп! Понимаешь, да? Сейчас, блин, освободит. Успел. А, нет, не успел. И призрака мы с тобой. Нет, вон он явился. Явился, блин, не запылился. Так. Ага. Хорошо идет. Хорошо идет, ребят. Видел, призрак летел, летел, и мы его уничтожили. Что происходит, я не могу понять. Так, надо нам эту старую каргу-то бомбить. Смотри, что вытворяет. Да ну, иди ты лесом. Ты смотри. Ничего себе, она там устроилась. Некро. Две штуки. Угу. Не тут-то было, да? Все отлично, ребят. Все у нас получилось. Вообще классно. Нифига себе, две некро там. Я думал, сейчас как начнут этих колобков клепать. Как я не знаю кто. Друзья. Квест завершен. А почему я не подключен? Угу. Все. Сделал, что хотел. Так, ну что, мы продолжаем, да, с тобой поединки. Тут у нас энергии уже все, тю-тю. Продолжить, конечно, продолжить. Еще спрашивает, еще продолжить? Нет, так, просто посмотреть пришел. Ронин, сделаешь доброе дело, а? Молодец, красавчик, уважуха. Но голема, да, голема... Чего? Ну, чумноха, ну ты сейчас доиграешься, а? Ну ты сейчас доиграешься, тебе говорю. Сейчас с этим вот своим ядом. Погнали. Красный луч смерти. Давай, давай, родные. О-о-о-о, все подряд, кому не лень. Понавыползала тут всякая шушера. Все, друзья мои. Согласно накладной, разбомбили всех. Забираем с тобой награду. Сундук нежити.
9 кристаллов. Вообще шикарно. Так. Ведьма. Жаба с пушкой. И эльф. Ну, естественно, новый свежеиспеченный портал. Долина захватчиков, долина подданных, нефритовая долина. Ну, понятно, до нефритки я вряд ли доберусь. Но отыграть я эти войска отыграю. Уж эти войска сам Бог велел отыграть. Понимаешь, да? 225. Просто вот выпускаем сейчас его и... И она делает дела. Можно Ронина еще подослать. Угу. Да, Ронин немножечко сдулся. Ладно, не беда. Давай. Шух. Вот так тогда еще. Все. Тотальное уничтожение. Давай, 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 давай. Что там у нас? Ну, я, в принципе, готов. ...225, да? Ронни, давай, выходи. Смотри. Какой он... Лютый дамагер. Просто, ребята, лютый дамагер. С вот дамагом это лучше не шутить. Девочки, это тоже. Если ставит отражение... То все, берегись. Все. Тут и бойцы топовые, и башня смерти топовая. То есть, сам понимаешь, да? Все по высшему разряду. Так, ну что, попробуем этим отрядом? Хе-хе-хе. Не знаю, ребята, этим отрядом. Надо еще как-то умудриться выиграть. Против захватчиков-то. Ну, если деда... Нет, деда мы не успеем. Блин, ну этот... Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас быстро расклепает. Очень-очень сильно дамажит. Вот этот вот... Петруча, так скажем. Коллекционер. Угу. Вот тыкву в голову, ты видел, да? Бывает на земле такая лужа огненная от его черепа. От его головы тыквы. Если враг в нее наступает, соответственно, он получает урон и погибает. Как-то вот так. Запинали просто на изи. Просто изящно. Что тут у нас? О, видишь? Ну вот, ребята. Да, всю энергию отыграли. Ну что, на этом я тогда буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!